Всем привет, меня зовут Джон Дом, мы продолжаем проходить Куон, это у нас уже второй сезон, в общем и целом я дошел все-таки до того места, где я погиб в прошлый раз, до босса, и сначала я хочу еще, знаете, что сделать, хочу подготовиться. Сейчас снаряжение, так, вот это и вот это, потом поменяем по ходу дела. Вот, и значит, поехали. Кстати, еще я забыл сказать, что я зашел там еще в рыбацкую хижину. И там я нашел дневник, в котором было сказано про два тутовых дерева, который посвятил священника, осветил и сказал, чтобы все им поклонялись и так далее. Но это не новая информация, нам она и так известна, поэтому я не стал это записывать, поэтому погнали. Так, это мы пропускаем, потому что мы это видели уже. Зараза, ты смотри. Тихо, тихо, лечимся. Капец, ну босс, конечно, тяжеленький, но я думаю, сейчас мы еще поменяем все это говно, которое у меня сейчас стоит, вот на это. Конечно, все-таки этот сценарий посложнее, чем второй. Я так, не знаю, вот, намного сложнее. Тихо, лечимся. Давай еще разочек. Отходим. Все. Это было не очень сложно. Так, Марс. Теперь мы, по идее, можем идти куда захотим. 4-4, плюс там еще на храме четверочка, да. Так, это мы тоже снимаем. И теперь в храм идем. Здесь мы в прошлом сценарии уже были. Я вот только не помню, что там такое интересное есть. Кстати, вот я нашел еще один веер. Рубина, ну, огненный, я так понимаю. Но он, по идее, пободрее должен быть. Сейчас еще что-нибудь поставим на треугольник. Пускай вот это вот будет хибари. Мне их и так достаточно. Чтобы на расстоянии долбить их. Так, там он что-то еще лежал. А что это у нас? Меморандум домена. Куреха, похоже, вошел в кокон. У этих близнецов, несомненно, интересные предложения. Она моя дочь, в конце концов. Уверен, что ее шелковые нити будут лучше тех, которые придут большие люди в своих плащугах. Куреха, похоже, отличается от остальных. Возможно, она дочь старого жреца. Теперь карты ей не помогут. Даже оружие, которое предположительно наделено магической силой, не поможет. Всем, кто встречается ей на пути, лучше бежать в родной направлении, понятно. Хьон еще там дали нам. Там что-то еще лежало, кстати, по-моему, если не ошибаюсь. Мое изучение тутовых шелкопрядов через поклонение в храме показало, что это обычный тутовый шелкопряд. Родители тутовых шелкопрядов в этом храме являются воплощением двух тутовых деревьев. Шелковица на этих деревьях – это их яйца. Тутовые шелкопряды, которые потом рождаются, обладают магическими силами. Они могут воскрешать мертвых, но это значит, что люди должны их кормить. Эта темная магия идеально мне подходит. Стоп. Когда слияние плоти произойдет 9 раз, чары будут очень сильны. Когда я попробую эту магическую формулу, ты сделаешь это раньше. Короче, ну перевод просто выше всяких похвал. Деревянная рукоятка дерева остается. Так, цену есть в нужном месте. Ага. Так, ну, а где можно использовать? Может быть, для того, чтобы поднять ту балку, которая на двери? Сейчас проверим. Может быть, да. Возможно. Да, блин, тихо.
Скорее всего, эту рукоятку нужно что-то крутить ей. Давайте попробуем, это, я думаю, вряд ли сработает. Вещь, все верно. Нет, нельзя использовать этот предмет. Куда же его можно вставить? Давайте подумаем. Так, 7-8, тут не пройти, там тоже не пройти. Но остается только уйти отсюда. И где-то там. Ладно, пошли. Сейчас разберемся. Нам однозначно куда-то сюда нужно. Сейчас сохранимся, кстати, сразу, потому что я давно этого не делал. Я уже где-то полчаса здесь гуляю. А без сохранения все может закончиться печально. Причем почти ровно 30 минут. Так, а что у нас здесь? Нет, здесь нет ничего абсолютно, поэтому уходим отсюда. Сейчас пойдем к тому месту, где погибли наши товарищи. И где Куон скинула свою сестру. Ну, не Куон. Как ее по-другому зовут, я говорю, у меня на имена хреновая память. Так, я около дерева. Значит, мне нужно куда-то сюда. Да, вот, я вижу кровь. Кровавый след. Куда-то он ведет. Пойдемте по нему. И сундук. What's this? Жесть. А с кем он сливается-то, я не понимаю. Ну чё ж ты не умираешь-то, ни хрена, слушай. Живучий какой. Блин, попасть не могу. Тихо. Вещь. Пыль. Да зараза ты, смотри. Не умирает. Все исчез. Да уж. Не очень сложно было, но то, что очень много на него потратил Хьона, это вообще жесть какая-то. И больше 30, по-моему. Окровавленная тряпка. Уран. Это, конечно, все здорово. Я даже знаю, где можно ее использовать, эту тряпку. В двух местах. Как раз таки, куда мне нужно. Подожди-ка. Точно ведь? Да. Я понял, что нужно делать. И где использовать этот рычаг. Получается, сейчас нужно будет вернуться к хижине. И там, недалеко оттуда,
есть хрень, которая регулирует, я так понимаю, перегородку, которая остановит водопад. Да что такое? Banish demons and all evil spirits. Раз сейчас попробуем новое оружие. Ну, на них-то это бесполезно, по-моему, поработать, потому что они с одного удара так и так умирают. Здесь сохранение, кстати, есть, насколько я помню. Да, вот она. Еще будем почаще это делать, а то не хочется повторения того, что было в прошлой серии. Вот, да. Как раз таки, как я и думал. Опа-на. Вообще жопа. Короче, суть в том, что это, походу, дело уже та девушка, которую мы играли в этом. В первом сезоне. Она уже, типа, убитая, разбитая вся. Я могу, конечно, ошибаться, но все-таки это, скорее всего, правда. На воде лунная дорожка. Зеркало правды. Зеркало установлено, где стали для ритуалов. Точник, который стоит так, чистой водой, понятно. Ух ты. Да ты умрешь или нет? Слабенькое заклинание на самом деле. Зараза. Раньше ты их оббегал стороной. Так, а что у нас, кстати, еще здесь есть? Куда это нас приведет? Тут, по-моему, никак не пройти. Да, все верно. Ну все, значит, поднимаемся, идем к тому месту, где мы видели водопад. И там, возможно, появится проход. Ее красота. Оу. Ну нафиг. Жесть. Что-то атмосфера нагнетается. Ну, скорее всего, потому что мы все ближе и ближе к финалу подходим. И поэтому все становится. Тучи сгущаются, короче. Я надеюсь, большую часть ответов мы получим в этом сценарии. Silkworms on the mulberry leaves. The tree harbors silkworms, reviving the dead and causing illness. Does this mean that no more sacrifices will be born again?
Ты про второе забыла дерево. Их же два. Но все, уже подходим к финалу, ребят, потому что... уже все. Назад не вернуться. Короче, теперь мне здесь не подняться. Тогда логично предположить, что, может быть, маленький храм есть постамент. На него должно быть понятно. Ну, скорее всего, зеркало, которое мы нашли. Сейчас мы его используем. И мы попадаем в пещеру. У меня здесь нет карты, к сожалению. Зато есть сохранение. Ну все, ребята, уже все, по ходу дела. Серия будет, наверное, скорее всего, короткая очень. Либо очень длинная, потому что это будет последняя серия в сезоне. Что-то там еще было, кстати. Карта подземелья, замечательно. Да, это то самое подземелье, где и закончился прошлый сезон. Так, ну давай. Отвали от меня. Вот и все. Да, они быстрее умирают, кстати, от этого веера. Я, на самом деле, этими марионетками не пользуюсь. Скорее всего, они... пригодятся на более высоких уровнях сложности. На более высоком уровне сложности. Ага, Миша Маро. Теперь, зная, что происходит, поместье стало очень большим гнездом тутового шелкопряда. Я тоже тутовый шелкопряд. Тутовый шелкопряд, который придет к окон. Лазарет. И в одном из тех сундуков лежала главная героиня первого сезона. Пыль. Уже ползут. Сна. О, это печаль, ненавижу их. Зараза, отходим. О, это было печально. Это что-нибудь сожрать. Все, отходим. Капец, конечно, аптечки улетают только так. Давай еще разочек. Да что ж такое, целики живучие попались.
все. Здесь ничего нет. Потому что эта локация была в прошлом сезоне. А вот здесь я помню, я умер. Как-то раз. Затупил что-то и все, и хана. В этом пруду я слышу все голоса. Я слышу, как они зовут слуг, которых давно уже нет. Вскоре я присоединюсь к ним. Теперь быстро бежим. Через дверь не пройти. Вот здесь нужно пробить стену. Нельзя, почему? Нельзя. А что ж не так? Ясно. А вот теперь, по идее, можно. Может, он, чтобы скрипт, наверное, сработал. Конечно, проблема этой игры в том, что все заскриптовано. То есть, чего-то раньше нельзя сделать, пока какое-то событие не случится. Это, на самом деле, очень большой минус, потому что дело в том, что игра теряет логику всякую. Шелковое волокно здесь внутри. То же самое. Понятно. А вот здесь чё крышка не снимается. Вот сюда. Просто жесть вообще. Но это место я тоже помню. Дверь не открывается. Просто превосходно. Зато есть путь наверх. Но у меня ведь нечем разбить это все. Потому что, скорее всего, тут щель какая-то. Нет, ничего тут нет. Хорошо. Кокон разорвался. И в нем оказались остатки Таки. Да, вот там что-то есть, кстати. Сосуд, эликсир и все. А вот это что такое? Пыль. Много всякой каки нам тут дали, но в общем и целом у нас только один путь наверх. Шелковое окно. Не, подожди, как там его можно же разрезать каким-то образом, насколько я помню. У меня ничего нет, чтобы разрезать в окно.
Возможно, нужно возвращаться, сейчас что-то случится. Ну, судя по тому, как работает игра. Я так думаю, но я могу и ошибаться. Может быть, все-таки я забыл там что-то где-то посмотреть, потому что этаж угол не просто так сделан. Тут как бы ничего, тут тоже ничего. Но я помню, что в прошлом сценарии, по-моему, там можно было посмотреть в щель. Вот, я это пропустил. Тут, скорее всего, есть то, что поможет нам разрезать шелковое волокно. Так, сейчас поставим что-нибудь посерьезнее. Плетеный сундук, крышка не снимается. Да блин. Питера была поставлена на дверь. Превосходно просто. А, там еще можно вниз спуститься. Ясно. Понятно. Куклы. Пипец, там моя сестра уже сгнила. Да, какая дрянь. Вообще жесть, конечно. С безумием у игры все в порядке, в полном, по-моему. Так, а что у нас, какая здесь печать Юпитера? Что-то я еще упустил? Да вроде нет, вроде все забрал. И я оказываюсь с другой стороны, на пути к библиотеку. Юпитер, вот как раз таки то, что нужно. Так, домина. Вообще-то, заход в кокон 9 раз не воскрешает мертвых. Происходит то, что мертвые возрождаются в своих детях, как плоды тутового дерева. Это заклинание всегда действовало на тутовых шелкопядов, а не на людях. На людей. Понятно. So, you're still alive. And as for the other three... They served their purpose. What? Is that why you sent us here? The disciples were simply a manifestation of my power. That was my plan.
They were the perfect fodder for the Quan spell. Oh! You insignificant creatures have only one purpose. That is to join the dead and complete the chest of 9 grudges. Domin! You foolish and stupid child. Понятно, значит, Куон — это заклинание ярости какой-то. Интересно. Злоба, скорее всего, мне кажется, будет, я не знаю, или что-то еще. В общем, дверь не открывается. И больше ничего здесь не наблюдаю. Ага, больше ничего нет. Вот она как. Мы получили эту тряпку же Юпитера, точно. Что-то я уже забывать начал. Так, что в этой комнате записка смятая. Уподобление Курехи стало более заметным. Вскоре чары Кона закончатся. Я так долго этого ждал. Смей, я с нетерпением жду твоего прибытия. Я едва могу сдержать своего воодушевления, думая о нашей встрече. Ясно. Что ничего не ясно. Вот эти куклы. Понятно. Это все, что ли, что здесь есть? Ну, по ходу дела, да. Так, теперь у нас, собственно, вот туда нужно идти, где пятерочка, видите? Вот. Там тоже Марс, по-моему, или Юпитер, точнее. Печать Юпитера, точнее. Будет так сказать правильнее. Так, и, собственно, подожди. Теперь направо. Главный подвал. И мы теперь вообще в другом месте. Дверь закрыта. Прошлого сезона. Ёбарс, это валим. Ну нахер. Это просто, ребят, какая-то сатана происходит. Похоже, что это тело когда-то нажало астролога. Помогите. Пожалуйста. Кто-нибудь. Помогите! Вудски! Вудски, ты в порядке? Тебе нельзя здесь оставаться. Твоя сестра... Вудски, помоги мне. Умоляю тебя. Что? Не делай этого! Вудски! Это финал? Конечно, ребят, это финал. Это вообще была жесть. Что у нас там открылось, ну-ка? Да, фаза Куон. В общем и целом на этом, ребят, второй сезон завершен. В общем, я не знаю, буду я делать большой разрыв между третьим, вторым и третьим, но я думаю, что... Не знаю, там все зависит от графика, потому что... Я вообще не знаю, когда выложу второй сезон.
В общем, и целом, ребят, всем спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели, если вам понравился этот сезон. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал. Помимо всего прочего, не забывайте соблюдать правила поведения, которые написаны в описании к этому видео. В общем, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. It's gonna get, it's gonna get, it's gonna get louder.